моя винтажная коллекция пополнилась. Это «Красная Москва» в концентрации одеколон. К сожалению, не было коробки, вот. Но судя по цвету и судя по тому, как выглядит флакон, и судя по тому, как выглядит вот эта вот наклеечка бумажная. Вот, в общем, мальчики и девочки, кто разбирается, скажите примерно какой-то год. И если что, то есть где его смотреть. Вот. Что я могу сказать? Он совершенно потрясающий, раскрылся на Ирочке, на моей подписчице. У меня сегодня была встреча с подписчицами в салоне Лика в Ангарске. Мы тестили ароматы, мы там просто вывернули наизнанку как минимум 3 шкафа. В общем, у меня остановился приступ шопоголизма. Я вообще встряла по Армани как crazy girl. Вот это я, короче, беру. Ну, я еще подумаю. А вот это я, короче, точняк беру. Вот это вот. А у вас есть оно... Ай! Чуть не упала. А у вас есть вот это вот в запечатанном виде? Си должно быть, Армани... Си есть, Армани, вот она одна. Они из одной партии? Да-да. Вот. Мы понюхали вообще практически все, что хотели. Мы потестили все, что хотели. Ну, в общем, я ушла с Армани Си, и я ушла с Шанель Алюр. Мы сюда пришли не просто так. Мы пришли здесь, между прочим, устроить бешеный затест вот этого всего. Я не знаю, у меня в тот раз на 1,5 часа хватило. Сейчас не знаю. Но мы планируем перенюхать все. Вот это. Вот. Вот это, кстати, парфюмерные масла. Это масла и духи, да? А масла? Ну, почему-то нет масла на сайте. Ну и вот тут миниатюрки. Наша любимая. Да, все это сюда мы любим. Страсть вообще как. Дорогая Таня, в Ангарске есть все. Это винтаж. Вот ты видишь по флакону. Доставай, мы будем говорить, что это. Это медовые свечи Сибири. Вот это для любви, вот это для здоровья. Деньги тебе еще пока рано. Это наклейка. На какой-нибудь рок-концерт можно сходить с ним. А это, короче, трафаретики для бровей. Открой. Вот на этих двух парфюмах я остановилась. Это Giorgio Armani Си и Allure от Шанель. Шанельский Allure, он более такая вишневая упаковка, здесь она темнее, она прям вот вишенка, цвета вишни. Хвойный аромат, все сразу меня сразило на повал. Я не смотрела пирамиду, я ничего, вот просто первый затест. Хотя, как бы, да, считается, что нельзя доверять первому затесту, нет, как бы вот в отношении этих парфюмов можно. Си мягкий, теплый, женственный, милый, уютный, но он не такой вот совсем прямо мимимишный, как Нина Ричи, премьер Жур. То есть они примерно из одной оперы, и там мило, женственно, уютно, но Армани лично для меня, он не идет ни в какое сравнение с Нина Ричи, поэтому просто супер. Просто мега. Все, я очень довольна. Сейчас в салоне Мажор можно приобрести эти ароматы всего по 500 рублей. Поэтому, девочки, Си еще есть. И вообще там 4 шкафа. Вы их увидите. Очень хорошо на подарок. Нет, такой же точно аромат. Мы тут все в затесте, в тесте, в растесте. Все уже, тут мы растормошили.
просто. У меня один, короче, знакомый блогер говорит, он ходит там в какой-то универмаг, и на него там нападает консультант. А нам тут, пожалуйста, все условия, российская глубинка. Нюхайте, не перенюхайте. Мы, если что, в салоне Литка, это Ангарск. И мальчики, кстати, тоже, они вас ждут, парфюмы ждут своих хозяев, своих друзей, и на мне совершенно потрясающе раскрылся Аква Диджея от Армани, то есть раскрылся так, как он на мне раскрывался в 98-м. Вот, не взяла. Почему не взяла? Потому что не нужно устраивать вот эти вот догоняшки во времени. Был период, когда они мне очень шли, и все было прекрасно, и сейчас они сказочно раскрылись так, что все просто охали и ахали, что вроде бы такой аромат очень холодный, непонятный, даже вроде какие-то грибы там люди слышат, обыкновенные грибы. Но у меня на коже заиграл, раскрылся, стал вкусный, приятный, ароматный, но как бы это уже пройденный этап в моей жизни. Поэтому по этой же причине я отказалась сегодня от фаберликовского аромата. Один из моих безусловнейших фаворитов. Такой вот он именно тоже лесной, смоленистый. Вот мне он слышится таким. Это Дона Феличи. Вот. Поэтому, мальчики и девочки, давайте дружить, общаться на парфюмерные темы, и впереди вас ждет огромное количество, много интересного, замечательного, чудесного. Все. Вот. Ну и, конечно, это просто чудо, то, что мне попала Красная Москва в руки в концентрации одеколон. Отменнейшая бешеная стойкость, и на женской коже раскрывается чудесно, последовательно. Нет ничего монотонного. Сейчас я покажу вам несколько монотонных ароматов из моей коллекции. Один из них я купила в Витуаль. Вот его название. Жардин де Дженти. Розьер. Потом вот у меня идет новелла и идет такой салют. Значит, то, что касается двух крайних ароматов, это... Только, пожалуйста, не падайте, это фикс прайс. Они очень стойкие. Стойкость 5-6 часов там вообще спокойно и запросто. Я не знаю, почему их продают в фикс прайсе, потому что по стойкости они не обгоняют вот это литуалевское чудо розовое. У розового чуда, вот знаете, двоякое у меня отношение, потому что, ну что может быть банальнее, чем роза? По-моему, ничего не может быть банальнее розы. Но, однако, парфюм, он себя ведет по-разному. То есть в жаре на первый план выходит роза, в прохладе он разбивается на ноты и грани, но у него иногда вот ноты вот такие вот вылазят на первый план. Вот посмотрите, я здесь специально оставила, вот думала, зачем мне нужен. То есть это освежитель из тоже фикс прайса. Вот иногда нотки вот этого освежителя из фикс прайса, они почему-то выходят в разъере вот в этом. Вот. По стойкости эти однозначно лучше, эти очень быстро испортились. Эти я брала, наверное, весной, просто так, чтобы брызгать на пальто, когда гуляю с собакой навязанной на свое трикотажное. Но вы знаете, по стойкости вот эти два... товарищи, они вот этому дадут 100 очков вперед, хотя стоят они в 10 раз дешевле. Так, этот тебе. Я набор этот разыгрывала честно. Я честно его разыгрывала. Это типа Real Techniques. Да, ну это типа, то есть это нереал, ну в общем, те, кто видели реалы, трогали, они сказали, что это все один в один, я открывала. Я бы даже не распознала. Нет, разница есть, но разница только в отсутствии надписи бренда. Короче, это реснички ОТФ, очень недорогие, кстати, девочки, рекомендую всем. Они правда недорогие, очень много всяких разных форм. Вот, и есть такая штучка классная. А сейчас покажу. Вот она.
Смотрите, все это корчоазиатские наклейки на Вики. Купить их нельзя, вообще нереально. Мне их привезли в подарок. Миллиард. Теперь, я думаю, деньги нужны, потому что любовь и здоровье. У тебя есть, да, денежки пригодятся. Медовые свечи Сибири, каждая свеча несет в себе информацию. Вроде как утверждает производитель, да, она пахнет медом. Да, медом. Они все пахнут медом. Пластик, пластик, пластиковые ноты для ролевых игр. Самая классная. Моя ютубовская подписчица. Пошли. А, мы пошли гулять. Конечно. Мы ее пошли право.